Вы попали на канал Малахов Труд. И веду его я. Часто спрашивают, кто я такой. Я человек, который веду себя так, как я себя веду. Видите? Имею на все вопросы, что касается окружающего меня пространства, свое собственное мнение. Если оно вам интересно, и если я вам интересен, пожалуйста, смотрите. Вот подошли морозы, минус 11. Ветерок подул такой, колючий, морозный. Ах, хорошо. Река стала замерзать, пошли льдины. Поставил камеру, запишу. Начало ледостава. То есть есть ледоход. Это когда лед взламывается и пошел по реке уже весной. А есть ледостав. Это ранней зимой, когда начинает замерзать лед на реке. И вот он идет. Льдины набиваются в каком-нибудь месте, создают затор. И потом дальше лед уже становится, река замерзает. Немного о снах. Я вам рассказываю. Духовная жизнь, она богата снами. Ну так. Похвастаюсь. На день рождения, вот который у меня был, 20 сентября, мне приснился Пол Маккартни. Мы так с ним мило побеседовали. Как так сказать, такие друзья. Он мне и до этого снился. Ну вот такое было. А сегодня приснился Михаил Задорнов. Ветер не даст звук записать как следует. Пойдем от ветра. Что я должен его расстрелять. То есть меня выбрали как палача, который должен выполнить расстрел. Ну и Задорнов там сидит в отдалении. Со мной какие-то знакомые крутятся, люди. Готовится все это место. Какое-то там достаются патроны. Я вижу это ружье, с которого должен стрельнуть. Мне как-то неудобно. Я подхожу к нему и говорю: так и так вот, вы уж меня извините, но должен вот сделать такое дело. Он улыбается, ничего мне не ответил. Ничего не ответил, тем временем подготовка идет. И у меня такая мысль. Если узнают о том, что это сделал я, расстрелял Задорнова, эти телевизионщики мне не дадут житья. То есть тут весь народ на меня ополчится. Ну вот, вот с такими мыслями я хожу, а тем временем подготовка идет, все уже надо делать дело.
Я говорю, я отказываюсь. А мне отвечают, твой отказ не принимается. Ну, не принимается и не надо. Я повернулся и пошел. Ага, и вот мой отказ. Все, значит, казнь закончилась. Задорнов встает, с кем-то там разговаривает. И пошел. Я за ним следом. А там как бы прогулки, улицы. Что я вижу, он впереди. Я только к нему. Он какой-то проулок завернул. И опять его догоняю. Вот. И, кстати, там он как раз дал интервью этим телевизионщикам, что не состоялся расстрел. Вот такой вот сон мне приснился. К чему это все? Поживем, посмотрим. Вот. У каждого человека есть такая своя жизнь, которая есть начало, середина и конец.